30 декабря 1992 года было отправлено первое СМС-сообщение при тестировании новой технологии операторов сотовой связи Vodafone. В тексте первой СМС-ки было всего два слова «Счастливого Рождества». Отправка осуществлялась при помощи компьютера, и лишь спустя какое-то время появилась уже прямая переписка между абонентами сотовой связи. И при вводе данной услуги почти никто не ожидал, что она станет такой мега-популярной.